Здравствуйте, подписчики моего канала. Сегодняшнее утро было совсем недобрым. У нас прошел сильный дождь, который вызвал наводнение. И вот посмотрите, что вода сделала с моим огородом. Его практически снесло. Это перец. Сейчас в этом видео я вам покажу то, что мы сняли, как бежала вода нашим двором и огородом. У нас затопило погреб, затопило кухню, много чего поломало. Огород стал вот таким. Так что сейчас покажу видео, как бежала вода. И следующее видео сниму, каких ущербов именно на огороде сделала нам непогода. Там дальше все лежит. Так что досмотрите видео до конца. Я думаю, что многие из вас такой воды и такой мощи воды еще не видел никто. Помимо того, что огород весь замулило, нам нанесло куча мусора. Это и стекло вот валяется, посмотрите. Это из провалья, где выкидывают мусор люди. Все это снесло водой. Весь огород. Теперь не знаю, как убрать все это с огорода. В общем, не буду рассказывать вам на пустом месте. Смотрите с самого начала, как топило наш огород. Что-то уцелело, а чего-то совсем не осталось. У нас просто ужас. У нас затопило пол кухни. Это капец. Посмотрите, это тот ров, который глубокий-глубокий. Он бурьян огромный, тупо повыносило. Я в шоке. Сейчас пойдем на улицу смотреть. Это хана. У нас просто собака, я думала, уплывет. Мы вышли, просто проснулись. В шоке. Посмотрите на огород. Это просто какой-то пиздец. Это, кстати, у соседа было дерево. Его просто унесло водой. Я боюсь даже представить, что у нас сейчас на огороде. Это просто страшно представить. Как у нас выглядит огород? Все по винограду, ну, это просто, это ужас. Посмотрите. У нас просто, честно, я такого еще не видела. У нас поднималась вода, но так, чтобы пол огорода уносило, это ужас. Там с такой скоростью летит вода. Я сочувствую с людям, которые в ней женат еще живут. Все нормально, Рус? Слажен, ну давай. Бегу. У нас просто вода с проваля идет, поднимается во двор. Вот. Ее там чуть-чуть еще задерживает это. Пошли. Катя. Капец. Честно, я первый раз такое вижу. Давай, давай, пошли гулять. Пусть выселяют, пойдем во двор. Нас спасает Ася. Ася, нельзя. Что у нас здесь из камня фундамент. Вода бы, ну там просто не успели доделать, а вода бы не успела дойти. Да, Ася, порвешь куртку. Прекрати, пошли. Идем. Идем. Собака. Я просто боюсь открывать калитку. Подсол. Вот это такое. Подсолнухи, это с поля. Я не знаю, что тут было этой ночью. Но это все грязь. Это намылило с поля. Просто ужас. Тут летело. Просто все двором. Я в шоке. Капец. Тут ноги просто проваливаются.
просто вам завтра покажу глубину этого проваля. Вода под... Ну, это просто. Тут в рост человека. Это все вода. Наш двор спасло только то, что у нас мотор с камня выложен. Отбойничек такой для воды. Подсолнух мой красивый. Я не знаю, как мы будем теперь на поле выходить. Все, просто все смыто. Вода льется. Да, и оттуда течет. Отсюда вообще он там прям... Это все подсолнухи ломалось. В общем, пришла соседка и сказала, что... Так как у нас есть люди, не допросили. И весь мусор сыпали в этот ров, просто все, короче, этот мусор забил эту дырку, ее еле почистили, что-то не пошло. Люди сыпали весь мусор, и оно все. Вот так у нас выглядит погреб. Просто. Оттуда все капает с потолка. Тут надо только брать и вычерпывать воду, выносить. Просто картошку и куча консервации в воде. Вот то, что осталось. Сейчас опять начинается дождь. У меня уже глаз дергается. Посмотрите. Это тут, где буквально час назад, вот по вот эти вот бурьяны и шла вода. Просто. На огород идти смотреть, что там вообще страшно, честно. Там просто кошмар. На нижних улицах вообще поснимал асфальт. У людей просто позаваливалось половину построек. Я не знаю. У нас тут, видите, спасают. Вон здесь из камня идет частично фундамент. И тут, где он закончился, там, видите, начала вода поворачиваться. Наверное, на днях начнется великая стройка. Будем дальше делать фундамент. Это, конечно, по цене выходит просто. Цена золота, одним словом, но... Ну, что делать? По-другому нельзя. Еще один такой дождь, я не знаю. Ну, вот, если видно даже края, как забрало землю. Ну, то есть, а дальше там вообще печаль доска. Да. Это просто жопа. Это, чтобы вы понимали, наши деревья. Они сейчас висят. Он частично держит этот черешню. Вот эти наши две большие черешни, они держат. Тут просто все поваливалось. Яблонька, бедная, несчастная, висит. Сейчас дойду. Там застрянешь. Тут просто не пройти, не проехать. Корень. Просто убытки, конечно, колоссальные. Чтобы вы понимали, вот тут вот корни держат вверх, а под низом просто пустота. Все размыто, я не знаю. Вон тоже вымыто там очень сильно. А вон, вон наш камень. А мы все покупаем. Фурами камень. Да, наш камень уже внизу, все нормально. Вот. Вот если что, наш камень был. Весь наш прекрасный камень для забора. Так вот выглядит сейчас наш виноград. Что будет с его урожаем, мы не знаем. Ну, точнее, наверное, не будет. То, что выстояло, то заболеет. Теперь после таких обильных дождей помидоры тоже не выскочат, потому что они будут гнить от переизбытка влаги. А тут просто невозможно идти. Это все притащилось, это земля и шла с поля со всего. А? Шо? Ты
перец. Там уже там показывать ничего. Его там нет. Как лежит? Я, кстати, разрубала себе палец, пока тут ходила. Мне тапок провалился. И, короче, я шла назад пешочком. Без шлепок. И разрезала палец об какие-то склянки. Вон, тоже вон валяется. Люди ж кидали мусор. Вот, смотрите. Это все люди выбрасывают скоты, по-другому не назовешь. Вот этот ров. И оно теперь все у нас в огороде. Наши подсолнухи красивые были. Наш перец, мусор, куча разбитых банок. Это то, что люди выбрасывали в ровы, и оно все фигачило по нашему огороду. Посмотрите. Да, вот. Я и шла, получается. Вот, тут просто все в стекле. Я не знаю, как тут дальше что делать. Будем выбирать, что сможем. Да, что сможем, выберем. Я и шла, и вот у меня начала проваливаться обувь, потому что здесь просто все замулено. Я сняла шлепки и об эти склянки порезала себе ногу. Теперь хожу как инвалид. Вон наша морковка. К ней я уже не смогу идти. Вон кукуруза полностью вся лежит. Видно хорошо. Перец, морковка, бурячок. Все лежит. Ну, то есть потрачена куча времени, сил. И вот, вот вам урожай. Его все вымыло. Вот это вот сюрприз от соседей называется. Тех людей, которые выбрасывают весь свой мусор. Я просто не могу подобрать культурных слов. Хочется трехэтажных нагнуть. Выбрасывают в провале вот этот ров для воды, а теперь оно у нас все в огороде. Мне хочется, блядь, теперь это пойти. Вся улица сверху. Тупо пусть приходят и выбирают. Просто чмошники. Мы свой мусор никуда не... Мы свой мусор вывозим. Мы не выкидываем так, чтобы к людям пошло в итоге. Смотрите. Часть у нас, и там, ну, чтобы вы понимали, у нас часть, еще ниже пошло еще больше. За то, что у нас тут задержалось. Я не знаю, сколько лет мы будем это все убирать теперь. Блин, а как тут пройти ру? Да, тут, там провалится. Да, там провалится. Я походил, не понял, что это. Это наша сорта. Блин, капец, опять мой шлепок. Возвращайся в лапшу. Блин, отдай, это мой. Вот сюда, я не щелкну. Прекрасно. День ты праздник. Наша красивая сортовая кукуруза. Ее уже нет. Я опять вот мусор, жестяные баночки. Да возвращаю. Ну, в смысле, иду. Куда-то уже иду. Не пройти, не проехать. А это наша лагинария, трихозант. Просто. Все сорта новинки. Блин, эти нам семена достались. То, что дорогой ценой, еще и очень дорого. Из-за войны у нас вообще были проблемы с доставкой. Вот. Вот как бы погода нас просто добила. Все понаклонялось, попадало. Поднять его уже нереально, потому что они очень тяжелые. Вон все лежит, просто все лежит. Не знаю, дойду я вроде. Просто все лежит. Сколько труда было вложено, чтобы это все поднять, поподвязывать. Это не один день. Все, оно все лягло. Все на земле. Ну, теперь же мы все понимаем, что из-за влаги все будет портиться. Спустились посмотреть, что у нас внизу. А у нас внизу, конечно, просто ужас. Ну так, замулило, в принципе, еще как-то жить можно. Посмотрим. Вот наш, получается, ров идет. Вот так он поворачивает. И идет на нижнюю улицу. Так вот, на нижних улицах вроде все очень плохо. Русь, а тут давно было размыто. Это так больно было? Да, ну, наверное, я честно не помню. Вроде там как... бордюры стояли вроде. Да, я уже не помню. Ну, может, бордюры, конечно, снесло. Не буду уточнять, но слышу, вода там журчит. То есть так она не сильно идет. Сейчас дойдем, посмотрим проваля. Это все надо чистить. Чистить, естественно, кто его чистит? Никто его не чистит. Ну, по сути, сильно не почистить, вот так подсолнухи вынесла и забила все эти дырки. То хоть чисть, хоть не чисть. Вот подсолнушек валяется. А вот последствия на улице ниже нашей. Ну, через улицу. Тут просто жопа. Тут уже нет переезда. Там улицы нету. Сейчас ходим к Насте в гости, посмотрим, что у нее там. Вот. Тут уже машиной не переехать, все. Я не знаю, как тут будут восстанавливать. Здесь под низом, когда рыли ровы, положили трубы, пластмассовые трубы. Естественно, вот, ее видно, эту трубу.
Вот оно. Конечно же, мусором ее забило, вода поднялась вверх. Вот это получается, мы живем на самом верху, и оно так сверху, вниз, вниз. Если у нас, представьте, был поток, представьте, что было здесь. То есть тут оно вообще так поднималось и шло. Здравствуйте. Вот, тут просто поднят асфальт, вот трещины. Вот так оно летело. Вот кусок трубы, который, судя по всему, разорвало вон. Просто ужас.